Русские туристы идут по Лондону, смотрят, висит огромный постер с рекламой спектакля «Анна Каренина». Главной роли негритянка. Жена спрашивает: «Ой, что это с ней?» Муж говорит: «Походу, паровоз слишком сильно дымил». Доктор говорит больному: «Батенька, вам нельзя пить, курить, увлекаться чужими женщинами, играть в карты?» Больной говорит, спрашивает: «А доктор, скажите прямо, тут была моя жена до меня?» Телефонный разговор. «Алло, ты получила цветы?» «Да, но курьер настучал мне букетом по морде». «А хорошо, это мой каприз». Жена говорит мужу: «А милый, у меня кролик в духовке. Последи за ним. Я схожу за овощами спекаю». «Хорошо». Когда возвращается, смотрит в доме запах гари по всей квартире. Она говорит: «Ты что, не смотрел?» Муж говорит: «Все в порядке, дорогая. Кролик из духовки не выходил». 3 часа ночи. Стук в дверь. У меня от испуга даже перфоратор из рук выпал. Блондинка приходит в автосалон: «Я хотела бы купить у вас автомобиль». Я спрашиваю: «Модель?» «А нет, бухгалтер, но за комплимент спасибо». Вернулся Капапланка поздно в гостиницу. Заспанный портье спрашивает его: «Кто там?» Кубинец для полной убедительности решил назваться полным именем. «Хосе Рауль Капабланка и Граупера». Портье отвечает: «А хорошо, входите, только пусть последний плотно закрывает дверь». Подписываемся.